Всегда. У тебя... Твоя дуб... Мне... Ты иди. Отойди.
Здравствуй. Что предлож... Хоть будет на что посмотреть из... Не... Мне... Да помогу.
Что ты видишь, Сюнин? С миром. Они за все ответят. Наши кошели пусты, но наши души познают благоденствие. Тебя не забудут. Что здесь случилось? Мы напали на них. Пиктов Константина оказалось слишком много. У богатых всего много. Монет, копий. Мои люди не были готовы к такому. Но, боюсь, пикты знают, что я еще жив. Пикты, берегись! К бою! Души моих людей со мной, а моя душа с ними! Все кончено. Какой бой? У короля пиктов Константина слегка опустеет кошель. Спасибо. Как тебя? Я Эйвор. Меня зовут Райс. Райс Шервин. Знаешь, нам шайки веселых разбойников пригодился бы такой, как ты. Мы делаем бедных богаче, а богатых беднее. У нас есть убежище в лесу. Заходи как-нибудь. Выпьем, Эля. Может быть. Что ж. Буду ждать встречи. Убежище в лесу. Это интересно.
Неужели это так трудно? Установить стрелу, натянуть тетиву, прицелиться. Еще раз. Эй, это он. И как? Плохо. Мы будем помнить наших друзей. Но пора подумать о следующей цели. Продолжайте упражняться. Да добро пожаловать нам в наш дом. Если вы будете с луками держать оборону. С плохим прицелом победы не добиться. Еще раз. Эй, ты, прими свою судьбу. Для благого дела. Чем вы здесь занимаетесь? Мы берем взаймы у тех, у кого много, и отдаем тем, кто испытывает нужду. Брали серебро у Эллы, камни у Этельвульфа. Мы уравновешиваем весы. Да поможет нам Бог, если вы будете с луками держать оборону. С плохим прицелом победы не добиться. Еще раз. Все, хватит. Тебе не сбежать. Готовься! Стреляй! Я уж глазам не верю! Кто же это сделал? Я. Какой прицел? Никого а я уж было решила, что они что-то усвоили. Посмотрим, попадешь ли по мишеням наверху? Какой прицел? Прекрасно! Да просто повезло. И все тут. Ха-ха. Спорим, тебе даже не попасть по той курице. Вон там, на шесте. Попробуй попасть по курице отсюда. Без обмана. Чтобы попасть в ту курицу, нужно особое умение. Вот это да! Потрясающе! Вот это мастерство! Точно в цель! Что ж, мы поможем тебе в войне против Константина и пиктов, которым он платит. И спасибо, что показал этим болванам, как стрелять. Приходи еще! А вы... продолжайте упражняться! Покажи, что там впереди. Thank you.
Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Что видишь сегодня?
Кто же поджег погибель Бальдра? Все как во снах, как кровь и смерть. Вилли. Вот и ты! Вперед! Поскачем к водопаду. Он дар Фрей этим безжалостным землям. Ладно. Надеюсь, у меня захватит дух от одного его вида. Знаешь, ты неплохо сражаешься. Я славно тебя обучил. Вилли, ты учил меня драться с воздухом, с деревьями и сугробами. Нет, однажды я точно спас тебя от сугроба. И от дерева убийцы. Я уверен в этом. Того, кому чудятся деревья убийцы, слишком часто били по голове. Видишь ту башню? Помнишь разрушенную стену в Норвегии по пути к дому дяди? Помню, как и зимний ветер, пробирающий до костей. Мы пробыли там не один час. И все из-за тебя. Потому как искали цыплят, что у тебя разбежались перед Йольским пиром. Славно снова скакать вместе с тобой, Палка. Я же говорил, что это был драконий хвост. Как по мне, обычная палка. Точно не хвост дракона. Тебе напомнить о твоем путешествии по предрассветным улицам Ставенгера. Без штанов, со слипшимися от меда волосами и в заблеванной одежде? Значит, то был драконий хвост. И зачем тебе мед моего отца? Не боишься проснуться нагишом в каком-нибудь свинарнике? Так ты называешь свой дом. Стоунбург. Отец ведь послал сюда трюфли. Нужно спешить. Что случилось? Я прибыл слишком поздно. Пикты подожгли все и бежали. Они мстят нам. Там в домах еще много людей. Спаси их, Эйвор! Займись ранеными, мы справимся. Скорей! Брось!
Бросьте вещи! Бегите к трюгве, там безопасно! Быстрее несите раненых к трюгве! Он у ворот! Скорей! Помоги всем, кому сможешь! Меня там кто-нибудь... кто-нибудь слышит? Спасибо тебе! Спасибо! Помоги! Не открыть, только с той стороны. Прошу, кто-нибудь! Нам не выбраться! Мы здесь! Спас не меня, жену! Ее... О, моя Хильда! Нет, я не могу жить без тебя! Лучше бы сам погиб! Прости меня! Эйвор! Эйвор, где ты? Давай живо сюда! Здесь уже ничем не помочь. Бегите отсюда. Фили! Ты где? Отвечай же! Нужно расчистить завал! Эйвор, я помогу мужчине! Ты неси женщину! Тебе еще не пора в Нифльхейм. Не сегодня. О, хвала все отцу! Держись за меня! Я тебя вытащу! Спасибо, Вилли. Если бы не ты, мне бы конец. Чуть было не пришлось спасать тебя, Вилли. Если я умру, значит, пришел мой час. Нити судеб сплетены. Простите, но вы двое не должны так рисковать собой. Вам нужно думать о своих людях, о будущем. Вилли, внемли его мудрости. Весь твой клан полагается на тебя. Нет, на моего отца. Я делаю то, что умею. Сражаюсь и пирую. Как же я рад, что ты снова мне помогаешь, Эйвор. Видишь тяжесть моей ноши, Эйвор? Муж с телом аса и разумом тролля. Палка, ты совершенно не изменился. И не изменюсь. Слушайте, сейчас не время отшучиваться. Нам нужно помочь раненым. Это по твоей части, Трюгве. Спасать еще ладно, но слава целителя мне ни к чему. Воды водопада Киндер облегчат боль. Скажи отцу, что я буду там. Вилли, стой! Эйвор, задержись чуть-чуть. Ярл Хеминг рассказал тебе о том, что с ним? Да, сказал, что Вилли и слушать не хочет.
Теперь Вилли будто живет в другом мире. У него внутри что-то надломилось, и он не готов взглянуть правде в глаза. А как насчет тебя? Ты готов к грядущим переменам? Я смирился с тем, что нам готовит судьба. Тебе стоит заняться ранеными, а я поговорю с Вилли. Говоришь о моем отце?
Что, прости? То, что ты сказал. Это о моем отце? Я молчал. Мы пока не произнесли ни слова. Лжец! Точно сказал! Я же слышала! Ты сошел с ума? Что я сказал? Глупый надеется смерти не встретить, коль битвы избегает. Но старость настанет, никто от нее не сыщет защиты. Я такого не говорил, тупица. Это все отец шепчет тебе на ухо.
нашел мое убежище? Лишь глухой не услышал бы, как ты поешь. Твое карканье и мертвых поднимет. Стычки с пиктами, видно, тебя измотали. Ничуть. Чем больше шрамов, тем больше славы. Взять моего отца. Бывалый боец, а изрезан, как баран на вертеле. Неудачная шутка, Вилли. Особенно теперь. Чудесные воды, верно? Исцеляют дух и тело. Настоящий дар Фрейи. Вилли, твой отец умирает. Пора это признать. Когда он уйдет на вечный пир, ты станешь ярлом. Это твой долг. Эйвор, я уже порядком устал от местной сырости. Здесь слишком тепло зимой и холодно летом. Говорят, в Мерсии куда лучше. Густые леса, яркие краски и журчащие ручьи. Там, где вы поселились, так? У нас тебе всегда будут рады, но твой долг — сначала обсудить свое решение с отцом. Я смогу все ему объяснить. Заставлю его понять, что вовсе не желаю быть ярлом. Вилли, ты идешь наперекор обычаям. Сын всегда должен следовать по стопам отца. Эйвор. Я и сам хочу, чтобы ты стал ярлом. Клану Ворона нужны союзники в Англии. А ты мой лучший друг. Ты заключишь с нами союз, кто бы ни возглавил клан. Вас с Сигурдом здесь обожают. Вилли, твой отец умирает. Пора привести свои дела в порядок. Это дела клана. И весь клан будет решать, что мы предпримем дальше. Ты еще можешь примириться с отцом. Мне судьба не сделала такого подарка. Не отвергай его. Вилли, Вилли, скорее! На нас напали? Твой отец, он при смерти. Поспеши в длинный дом. Ярлу Хемингу недолго осталось. Нужно увидеться с ним. Хеминг попадет в рай. Я. Квад Берау! Микки! О нет, Хеминг! Наш Яру! Он скоро уйдет к нашим предкам.
Эйвор, Ярл Хеминг пока еще жив. Я снова вижу вас вместе, как в старые добрые времена. Словно я опять молод. Хорошее чувство. С ним и дорога в зал павших будет легкой. Эйвор, ты стал славным воителем. И от твоей мудрости будут слагать песни. Мне было у кого учиться, Ярл Хеминг. У тебя больше всех. Прошу тебя, не забывай мои уроки и учи других. Отец Вельва уже идет. Со снадобьями, с припарками. Я помню, как держал тебя, Вилли, одной рукой, когда ты только родился. Смотрел, как мой маленький мальчик растет, машет палками, бегает по лужам и мечтает о славе. Я горжусь тем, чего ты добился, сын. И еще я горжусь тем, кем ты станешь. Чтобы я... Отец. Или... Нужно готовиться к похоронам. Я созову свой клан. Собери тенов этого Шира. Тены начали собираться. Трюгве нужна наша помощь. Ищи нас у погребального костра, на холме за деревней. Thank you.
Что там, багаж?